Андрей Субботин занимается производством сувениров и изготовлением витражных окон. Сначала это было хобби, около 10 лет назад открыл свою мастерскую. За эти годы появились постоянные клиенты, многие из которых заказывают декоративные предметы в качестве сувенира для родственников, живущих за границей. Именно там ценят подобного рода искусство. На родине спрос на него невелик. Предприниматель давно мечтает заняться экспортом, но не знает, с чего начать. Поддерживаю, потому что самому это очень тяжело выйти на зарубежный рынок. Надо и перевод, и многие документы, которые делать. Иногда на это не хватает времени, потому что я сам лично занимаюсь, это делаю своими руками. Меры поддержки предприниматели получают благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Спектр предоставляемых услуг широк, от бесплатной консультации юристов и бухгалтеров до полного сопровождения экспорта, в том числе за пределами страны. Эксперты провели для бизнесменов специальный семинар, на котором рассказали о возможностях. Составление бизнес-плана, организация выставочных кампаний, в том числе за рубежом. Ну и в этом плане нужно пользоваться теми мерами поддержки, которые существуют, так как это очень серьезный и великолепный шанс для наших предпринимателей. Сейчас в Самаре свыше 700 предпринимателей занимаются торговлей на внешнем рынке. В основном это промышленная продукция. В планах увеличить это число до нескольких тысяч в ближайшие пару лет. Потенциальному экспортеру следует обратиться в городскую администрацию либо экспортный центр для получения дальнейших инструкций. Мария Левина, Николай Сидоров. События.